мамы новая квартира. Она очень маленькая, мы в трейде, 27 квадратных метров. С большую квартиру мы делали сами, дом делали сами. И тут я решила, что надо протестировать дизайн-сервис iRooms. Мне очень понравилось предложение, которое сделали ребята. И мы сегодня встретились первый раз на объекте с дизайнером. Поговорили про то, что здесь будет. Легкий, светлый, скандинавский вариант. Очень компактный, с большим количеством систем хранения на этой маленькой площади. Мы постараемся все сюда впихнуть. Предполагается, что сюда будут приезжать не только мамы, но и там мои дети, к примеру, могут к ним приехать, поэтому нам нужно разместить на 27 метров и гардеробную, и кухню, и диван на кухне, и книжечки, и мамина швейную машинку она любит шить, и мама очень любит готовить, вкусно готовит, конечно, оборудовать спальню, сделать место для всех ее любимых цветочков, вот, и для вещей, и ванную комнату, и все-все-все.